Приветствую всех любителей бокса, с вами Рашна Нидзука. И сегодня мы продолжаем прохождение игры Fight Night Champion. Итак, у нас происходит бой, чемпионский бой с Айзеком Фростом. Мы продержались первые два раунда. В первых двух раундах обычно он вырубал всех своих противников. И теперь тренер нам говорит, дает наставление, что нужно наносить удары по корпусу, чтобы сбить его дыхание и уменьшить его выносливость. Что ж, это мы будем сейчас пытаться сделать, что не так уж и просто на самом деле. Самое главное, не пропустить его мощный удар в голову или в корпус. Видите, справа в нижнем углу идет счетчик ударов. Это сколько ударов мы должны нанести ему по корпусу. Держи. Молодец. Молодец, Бишоп держится. Так, по голове сейчас, я думаю, носить удары бесполезно все равно. Так, у нас силы потихоньку уменьшаются. Так, уже 24 удара мы нанесли. Да, назначаем голову, наносим в корпус. Черт, осторожнее, осторожнее. Почти половину ударов нанесли. Третий раунд продержались. Тренер говорит, продолжай работать чисто по телу. Вот я хочу увидеть больше одного удара, то есть и по серии, по корпусу. Что ж, попытаемся. Смотрите-ка, в углу чемпиона все довольны, говорит, продолжай в том же духе. Посмотрим, на сколько раундов хватит Айзека Фроста. С его мощью. They both decide to bring it. Good combination punching out of them here. Yeah, exactly. It's kind of like a musical, except right now I don't think his opponent likes to hold him. Digs in with a good solid uppercut after taking a shot. Больше половины мы нанесли, осталось. He digs in, trying to bank away body shots with the combo. What a great job! He gave one right back in return. Nice work by Andre Bishop. There's the combo downstairs. Ну давай, давай, осталось немного. A little give and take, and here comes the left hand. What's the body shots, champ? И удар остался. There's the combo to the body. He took a shot. But he came back with a right hand of his own. Так, что-то удары-то мы нанесли. Но ничего не происходит. Продолжим носить дальше. Может, в следующем раунде что-то изменится. Really good work right there, landing the two punches in sequence by Andre Bishop.
Осталось 12 секунд до конца раунда. Отлично. If you can't hurt a guy up top, you go downstairs. You don't have to be the bigger puncher to slow a guy down or hurt a guy in the body. All you have to do is be consistent and catch him in the right spot. Про правую часть You need to commit to the body shots, Andre. Slow this guy down and take some of that power away from him. Так, ну сейчас посмотрим, что будет написано в подсказке, потому что непонятно, что там тренер сказал. Либо продолжать в том же духе, либо что. Вроде все 75 ударов мы нанесли, может просто продержаться этот раунд придется. Да, продолжает опять бить его в тело, хотя нужное количество для прохождения этого испытания мы уже прошли. Ну, все понятно, потому что нужно было это делать в течение трех ударов, трех раундов. Это как раз третий. Будем продолжать. Учить его выносливость. Халку. Takes one, but gets one. Good work by Andre Bishop. Here's one for you now, he says. Right back with the left hand. Вообще, после такого количества ударов, конечно, должен уже начинать уставать. Столько бьет по защите. Ух ты! Этот свой левой рукой боковой все пытается пробить. Да, правила игры так построены, что заранее тут не выиграешь. Выиграть только можно в определенном месте, задумано. How about that, guys? Oh, it ain't pretty. Так, рассечение опять. Придется защищать теперь правый глаз, что до кучи. Protect that eye. Don't let Frost touch it, or the ref will stop this fight for sure. No way. Кошмар. Give us a couple of rounds. We'll get it under control. Don't let him mess it up. Новые испытания с каждым раундом. Бедолага Бишоп. Another round. Will it go in another one-way direction? It's been a one-sided fight so far tonight. Comes right back at him with a left hand. How about that exchange? Но он все бьет постоянно левой рукой, и, конечно, в этот глаз целится. Он правый почти не бьет. А уже нанес мне. Ой, уже три удара. Вот. Жестко. Видите, вот тут опять я чувствую бесполезно. Так, уже половину ударов он нанес. Отходим, отходим. Осталось три удара мне нанести. Лучше уходить, конечно, опять. Так, у нас уже опять еле двигается.
Давай, давай, отходи, отходи. Нам еще нужен твой глаз. Черт, он уже нанес. А, два удара осталось. Давай, давай, 40 секунд. Блин, это так долго, эти 40 секунд. Ну. Давай, давай, держись. Держись, Бишоп, давай. Защищай, защищай голову. У нас уже выносливости половины нет. Так, 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 так. 5 секунд осталось. Один удар остался нанести. Нет. Ну! Фу. Один удар держал нас от проигрыша. Кошмар, просто Так, ты либо двигайся из стороны в сторону, носить джеб. Не хотелось бы опять, чтобы сейчас рассечение, но скорее всего оно рассечение куда никуда не денется, оно до конца боя будет его преследовать. Да, опять защищает этот парень. Как тут выиграть-то будет? Стали защищать порез. И, блин, уже... Ой! Вообще выиграть-то мы можем тут? Да, ничего про это не написано, то есть все-таки продержаться мы должны. Осталось два удара нам. О, я боюсь, что мы не дотянем. Вроде руки-то держу, но как-то он правой все равно периодически опускает. Ай, елки-палки, один удар остался. Сейчас остановит бой нахрен. А еще полторы минуты. Я чувствую, все, мы проиграли этот раунд. Это все, друзья. Это проигрыш. Рефери остановил бой за рассечение. Вот так. Ну что ж, продолжим с чекпоинта. Самое главное, что я не могу понять, это стоит ли нам вообще наносить ему пытаться удары. Блин, устал уже. Отходи, отходи! Отходи из угла! Не лезь под правую! Teddy, what would you recommend based on what we're seeing here today? Well, two aspirin and then go, oh no, actually I would say a little counterpunching would be just what the doctor ordered. That's a better prescription. Я чувствую, что тренер хочет, чтобы мы просто продержались до последних раундов. В последнем раунде уже где-то
нанесли решающий удар. Так, 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 давай, 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 держимся, держимся, осталось немного. Final 10 seconds of the sixth round. You remember when Andre Bishop was a good hard-charging middleweight prospect? Фу, в этот раз только один удар пропустили. Повезло, можно сказать. Andre Bishop has tried to put his game plan to perfection forward tonight. However, this cut is throwing it all off track. He could be a TKO victim the way that. У них одна тактика, они хотят разбить меня до конца бровь. Where he wanted a box before, now he can't afford to box. He's got to take chances. There we go, Andre. Really nice round. Don't worry about your eye. Just worry about your... Ладно. Наше дело уворачиваться и пытаться выиграть по очкам хотя бы пока. Так, седьмой раунд, друзья. Six rounds in the books, six to go. The other day when we were talking to Andre Bishop, he said to have success in this fight, I have to land combinations. He landed a good one there. Keeping his hands up, getting rid of his opponent's offense. Так, опять начинается пропускание ударов. Takes a step back. Then the counter punch by Andre Bishop. Very similar to what you see Floyd Mayweather do. You know, make a miss. Так уже два удара пропустили. Это серьезно. Andre Bishop's got speed, no doubt about it. You can see his ability to land combinations with ease. Yeah, but what you want to see now is how effective he is down the road with that speed. Does he place his punches? Is he intelligent with that speed? Выкидывай левую, выкидывай. At the halfway point of round seven, Bishop's at his best when the combinations are landing. Осторожно, осторожно. Well there with that combo. Took a shot, now he gives a left. Back to the head, champ. Frost doing well here with that two punch combination. Oh, go for it, champ. One, two, one, two. Давай, 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 держись, держись. Нужно пропускать рассечение. Able to dismiss his opponent's shot, and then comes back with an uppercut. Shake it off. And he returns on that exchange. Отлично. Осталось немного. Oh, and he's got something for him himself, and it's a left hand. На тебе. Попал в глаз разок. Quit playing around with him and put that bastard away. Так, уже промоутеру не нравится, как идет ситуация. Looking good. Bleeding's under control. You know that could have helped. Все, кровь под контролем. Больше. He's even more tired now. He spent a lot of energy trying to take you out. Он потерял много энергии, пытаясь тебя убить. Still, he's got a bit left. Yeah. Well, you got more. You got more energy. You've got more power, and you got more heart. God, you got more heart than any other fighter I've ever known. Которая идет от сердца. Now you turn it up. You take the fight to that fucker, and he won't know what hit him. Строй ему драку. This is your fight now, Andre. Это твой бой теперь. Take it to him. That's all you had to say, guys. Что ж, это будет решающий раунд, я так думаю. И мы должны его выносить. Не беспокоюсь уже о глазе. Победи, Айзек Фроса, все, отлично. Больше никаких условий нам не дают, не ставят. На, сука! Good, strong uppercut. He comes right back with it after taking one. Ah! Knock him out!
Good job with another left hand. Он устает. Он реально стал уставать. Andre Bishop's hitting the mark right now. How precise was he there with that three-punch combo? How about a return to center with the left hand? Ну что, сучка, устал, да? Каково теперь тебе? Так, так. У нас немножко сил начали кончаться. Ух ты! На, сука! A good combination punch by Andre Bishop. Able to cut down that ring and just push his opponent against the ropes. And round eight. Так, раунд прошел неплохо. Мы стали доминировать немного. Listen to me. You got to throw the hook, all right? You got to throw more than one punch. You got to throw numbers in there. You know, he throws one, you throw two. Просто серия. Какие серии? Он уже устал. Можно теперь просить от него многого, но он уже не может руки нормально поднимать. Продолжать давить. Самое время. Пожалуйста, нокаутируй его в этом раунде, он говорит. Ну, не знаю, получится у нас или нет. Ничего не могу сказать. Понятное дело, что если мы не нокаутируем его, то нам никогда победы не видать, потому что, во-первых, он чемпион. Судьи всегда на стороне чемпиона. Если даже если бой равный, то победу всегда достается чемпиону. Потому что если ты претендент, то ты должен заявить, если ты должен прийти и вырвать победу. Так, претендент наш уже немножко начал вздыхать. Ну как тебе перкотики, а, сучка? Yeah, it is. Not only to avoid punches, but actually to even set up offense. You know, they make you miss, and then there's something coming back. It creates opportunities to hit you. Good return fire that time. Ах, жалко, мощные удары достают. Какие перкоты пропускать? Есть! Да, сука! Да! Отлично! Айзек Фрост на полу, друзья! Итак, что же нас теперь ждет? Трофей нам дали. Неужели это все? Это так просто сдастся. Может, какие-то еще грязные трюки все-таки применят. Фрост никогда не был в нокдауне. Никогда не был на полу. Все. Сейчас пытался встать, но не смог. Перед нами новый чемпион в тяжелом весе. Андре Бишоп. Так, вижу, брат без очков, вот там все стоял, значит, с ним все нормально, зрение его не лишили. Right.
do it. All right. Look at you. I knew you could do it, Andre. I'm proud of you. I hope we can work together now. Хорошо, что ты можешь сделать, Андрей. Я говорю, город тобой. You might have some problems running things from the pen. Ага, там уже все-таки все доложили уже на этих чуваков как раскручивают. Дочь отца подставила. Ну, как всегда в американских фильмах. Прямо вот около ринга должны были спустить его полицейские и увезти из зала. Так, ну что, значит... Лайза Душка в роли этой девки. Тут еще и актеры там какие-то более-менее известные участвовали в озвучке. Ну что ж, друзья, на этом сюжетка Fight Night Champion закончена. В принципе, все оказалось так, как должно быть, ничего особенного не произошло. Так, что тут у нас? Статистика игровая, результаты разные. Я думаю, это не особо интересно. Так, пошли титры разработчиков, кто эту игру делал. Ну что ж, я оставлю вас наедине с титрами, если вы хотите их досмотреть. А бывает, что после титров показывают какие-то бонусы. Вы знаете, что я титры не пропускаю, чисто из уважения к разработчикам, из уважения к их труду, который они проделали. А я пока отлучаюсь. С вами был Раш Нанидзука. Оставайтесь на канале Игрофильмы, подписывайтесь, те, кто еще не подписался, вдруг, возможно. Всем удачи, всем пока!